Ура! Милый мой дом! Доброе утро, мои хорошие! Сегодня уже последний день, время 6 часов утра, я уже выезжаю отсюда. И буквально где-то через 4 часа уже буду в Баку. И слава богу, собрала уже вещи, на улице очень холодно. Я, наверное, до такси пока что буду вот в этой. Холодно очень. Собираю свои манатки. И, наконец-то, домой, прямиком в ванную комнату нашей квартиры, по которой я очень соскучилась. Все, я уже на месте. Ждем время. 8 мы выезжаем. Осталось буквально 15 минут и все. Путь в Баку. Ура! Милый мой дом! Как же здесь хорошо! Ох, красота! Сейчас приведу себя в порядок. Надо перепроверить, все ли я взяла или что-то по дороге уже потеряла. Уже дома и с красивым макияжем сделала себе макияж. Кстати, я забыла тональный, оказывается, в деревне. Хотя я помню, что я положила в пакет, но в пакете нету. Значит, остался в деревне, либо я по дороге где-то посеяла. Ну, в общем, в холодильнике нету ничего ровным счетом, поэтому надо сгонять в супермаркет, купить все необходимое. Так мне хочется клубничку. А еще, кстати, дома нету воды. Не знаю, только у нас или вообще ни у кого нету. Это тоже, кстати, надо уточнить у коменданта. Еще не было интернета. Не знаю, с чем это связано. Пришел мастер. Прям, знаете, так оперативно. У нас Айле ТВ. И очень оперативно они работают. Как только я позвонила, пришел мастер, бесплатно все починил и ушел. И теперь у меня суперскоростной интернет, уже загрузила для вас видео, и там все спрашивают, а где же влог с деревни? Он будет завтра. Вот. Потому что там было уже видео, которое я сняла до того, как уехать. В общем, сейчас собираюсь, хотя на улице ужасный ветер, и в магазин за продуктами. И в этот момент в магазине выключили свет. Бери и беги просто. Кстати, здесь часто выключают свет. Но зато есть телефон и фонарик. Очень сильно хочу кушать. Гляньте, что купила. Сначала я взяла с прилавка один такой напиток, а потом увидела на скидке. Получалось, что платишь за два и один в подарок. Хотя нет, не за два. Чуть дороже получалось, но все равно выгодно. Взяла сухарики, понадобится, как говорится. Напиток Вита натуральный. И вот такую вот курочку-гриль, с которой я буду снимать для вас мукбанг прямо сейчас. Взяла лаваш, минимум здесь 10 штук, кислую пастилу, взяла зелень. Кстати, не подумала о том, что дома нету, к сожалению, воды. Как я буду мыть эту зелень, непонятно. И сладкую вату. Вечером под фильм какой-то, прям, знаете, вау идет. Как же хорошо дома. Когда я была в супермаркете, там выключили свет, и супермаркет находится под нашим домом. Я на минутку подумала, как же хорошо, что это произошло не в тот момент, когда я была в лифте. Потому что когда ты находишься в лифте и резко выключают свет, это просто капец, что происходит. Паника, конечно, и там, по-моему, какое-то замыкание, и потом долгое время тебя не могут оттуда вытащить. Ну, в общем, мне повезло, и в этот момент я была в супермаркете.
А еще у меня для вас хорошая новость, и для меня тоже. Завтра ко мне придет Джоли с ночевкой, потому что я одна, а как оставаться одной скучно. У Джоли вечером есть одна тренировка, именно из-за нее она не хотела приходить. Я ей сказала, что занимайся ради бога, у меня есть интернет-телефон. Она ведет, кто не знает, онлайн-тренировки, кто хочет похудеть, может к ней обратиться. Она профессионал своего дела, и за быстрый, короткий срок вы можете похудеть. В общем, она будет тренировать своих, как сказать, клиентов или пациентов. Ну, в общем, у меня дома, так сказал, тупо, как будто вы придете ко мне домой. Ну, в общем, а я тем временем буду монтировать видео или заниматься чем-то другим. Я подумала, что же такое прикольное приготовить, и потом, что мы любим? Жали очень любит роллы, поэтому я закажу роллы, и мы просто пожрем. А может быть, и снимем для вас какое-то видео. Если добьете мне 200 тысяч, то обязательно снимем для вас видео, где будем отмечать, ура, 200 тысяч! А вообще, по-хорошему, надо немного прибраться. Посмотрите, какой у меня срач. Здесь у нас есть волшебный ящик со всякими вкусняшками. Здесь есть нутелла, сгущенка вареная, клубника, шпроты мои любимые. Я обожаю шпроты, особенно бутеры из них. И сюда же направляется напиток. Еще один напиток на запас. Пусть лежат. Штучные влажные салфетки направляются вот сюда, к остальному хламу. Ну, а органайзера от курочки гриль, конечно же, в мусорку. Две вот эти мои джинсовочки нужно повесить. А это деревенский сыр, который я привезла. Посмотрите, какой обалденный он, вкусный. И самое главное, без консервантов. Когда мама сказала, что забери с собой хотя бы килограмм, я сказала, ой, неохота таскать, не надо, я в городе куплю. А сейчас здесь я понимаю, что как хорошо, что привезла. И, естественно, он даже не сравнится с каким-то президентом. Он и на вкус лучше, и ты понимаешь, что это все здоровое питание. Я так говорю, как будто я не тот человек, который килограммами ест фастфуд каждый день. А сухарики я купила, чтобы готовить яичницу с сыром и сухариками. Получается очень вкусно. У нас здесь еще и шоколадки, я совсем забыла про них. После мукбанка у меня немного осталось зелени, это лук и немного редиски. Я хочу все помыть, обсушить и в холодильник.